Russia attacks not only physically. It has been waging an information war against the world and peace for a long time. Но самое важное, мы ни в коем случае не можем остановиться на полпути. То есть, типа там Львов кому-то оставить или еще что-то. Тогда в противном случае просто ничего не надо было начинать. Я скажу чтобы больше, там... с такими санкциями, кто сказал, что надо останавливаться вообще в границе Украины? Совершенно верно. Ну и 7 бед, один ответ. Вот. Весь мир в труху, но не сейчас. Да, совершенно бахнет. Верно. Обязательно бахнет. Совершенно верно. Вот когда они поймут, что границы... Страны, которые тебя не объявили персоной. Границы Украины... Ну, исходя из этого, мне надо срочно в Новую Зеландию, они меня объявили персоной. Тоже мы же вместе там. Когда они поймут, что границы Украины совершенно не важны здесь, и что можем и не остановиться, если они сами не на наших уже условиях не подпишут капитуляцию. Не на каких-то, что так и быть, мы признаем там Крым, ДНР и так далее. Да, нам вообще не важно, что они там уже будут совершенно... Совершенно другие зачем разговоры, в том их числе... признание Крыма? Конечно, и об этом я и говорю. Никто. Об этом... Turn off Russian propaganda. Say no to fakes and war.